поедем в Вильямс Текескус, там... Большой торговый центр. Знаете, что еще необычно и непривычно для нас? Казино. Ну, туда не видно его. Короче, вот он, там через оно. Дорогу, да, казино одно, и там Олимпик казино второе, то есть... Сити казино. В Финляндии такого нет. В Финляндии там в самом только в Хельсинки есть игровые вот эти... Ну, автоматы. Не, казино. Нет, есть, да? Да, тут казино, вот именно игровые, где столы и все такое, вот только в Хельсинки, в центре города. И больше нигде нету. Мы сейчас вот там Олимпик. По крайней мере, в столичном регионе. А тут я смотрю, вон везде эти казино. Непривычно. Приехали. А, солнце какое. Ульмисте. Какой большой. Он большой, но один из самых больших в Таллине. Да? Да. Здесь часто я читаю в Фейсбуке, здесь часто личности подходят и начинают что-нибудь впаривать. В общем, здесь обман на парковке царит. Да? Могут наколоть. Да. Но, я думаю, с нами это так просто не пройдет. Братан, купи. Я скажу ему, Мита! Керровела, Мита! Так. И все. Народу, конечно, полно. Знаете, что еще заметила? Здесь цены, вот, например, Виталий покупал энергетический напиток, здесь цена идет без бутылки. То есть кассу ты приходишь, она пробивается уже больше. А в Финляндии наоборот. То есть уже цена вместе с бутылкой. Вот это Ульмисте. Сейчас. В интернете показано невысокая загруженность. Да. Короче, у них парковка такая же, как у нас в Юмбо, только на улице. Друзья, угадайте, что нам в первую очередь надо. Туалет. Туалет. Туалет и пожрать. Что же еще? Нюкс. Мохито. О, и по-русски даже говорят. Как по естественно. Ой, что тебе надо? Тебе надо. Надо найти инфоточку и там спросить. Вот. Друзья, мы ищем Лидо. Тут есть покушать Лидо. Может, инфо какой-то здесь есть спросить? О, а это мне кошка. А это помогает собачкам, кошечкам. Магазин категорически не хочет отмечать ни Новый год, ни Рождество. Никаких украшений, вообще ничего. Папа, я против. Да вообще, это непонятно. Где же мы жрать-то будем, а? Я уже начинаю нервничать. Кишки. Чемоданчик. Ну и тебе ворвают. 3 минуты ехать. Ну да, когда вот сейчас мы обожремся, когда уже двигаться не сможем, не будем массировать себя. Я уже устал, честно. Где этот гриб? Так и хочется уже. Да, уже хочется ругнуться, но... Рестораны и кафе. Ну что ты сделал? Лидо. Я на русский взял. Вон оно. Так, а мы здесь. Ё-моё, слышь, вообще в другую сторону идти. О. Где-то цветочная аллея, туда что-то. Офигеть. Короче, нам по прямой аллее, мимо двух эскалаторов, но это караул. Не, подожди, вы находитесь здесь. Если мы правильно понимаем, тут надо идти нам тебя до конца в другую сторону. Вообще непонятно, куда идем мы с пятачком. Большой-большой секрет. Это Лидо? Ёлы-палы, ну все, да, короче, тут мы и останемся. А тут, главное, видишь, столиков много, а кровати где? Вон детские. Ой, ну короче, это все. Отсюда выползать надо будет. Да, можно. А, идешь, потом в кассе больше? Это как шведский стол, наверное. А где начало, где вход? Мы в кассу пришли, вот там. Здесь на раздаче самообслуживание. Так, вот такие порцайки, да, я такой хочу, да? Обалдеть. Что, с кетчупом? Это, наверное, маринованный лук, да? Я бы селедки хотел. Ну,
Да. Вот на той стороне там еще. А, спасибо. А, вон они приехали. 17:20. Посмотрите на Юлю и на ее блюдо. На Юлю, я же не могу, на блюдо. Еще раз на Юлю и на блюдо. Ну, короче, прощай здоровье. Заплатили за два, это за все вместе 17:20. По-моему, даже очень. Да. Ну что, погнали. Наши городские. Давай. Сегодня еще очень много лука у меня сегодня. Да? Очень много сырого лука. А я люблю. Я обычно его обжариваю. Здесь и здесь гора. А я люблю. Вот это минус для тех, кто не любит лук. Не то, что у меня организм его не воспринимает. Покупай курочку. Она с луком не бывает. Мне такое чувство, придется поспать в машине немножко. А то меня что-то вообще на ходу вырубает. Или на стульчике. На стульчике здесь, под этим, под столиком, калачиком. Ой, тяжело. Друзья, не только меня приплющило, но и Юльку. А сам потянула? Да? Мне как бы еще не вечер. Че, все? Не лезет? Да, говорит, салатик такой вкусный. Нафиг его есть, я точно уже не буду. Да? Ну, смотрите, мясо-то сожрало. Естественно. Да, уплочено. Ну, сука, лук и гора такая. Че, обожралась? Mm-hmm. Ты недовольна, что такие большие порции? Я недовольна. Я предложила уже, что надо женскую порцию, мужскую порцию, еще и маленьких женских. Маленькую женскую порцию. Для гномиков. Для маленьких женщин. Да. Для маленьких гномиков. Потому что мне навалили, как Виталий. Ну куда? Придется дожраться. Че, пытаешься пузяку запихать в штаны? Чтобы больше влезло, надо попрыгать еще. Да. Все? Все. Пошли отсюда, пока я это самое. Не уснул. Надо двигаться начать, тогда, может, очнусь. Сейчас мы по пути куда-нибудь еще заглянем. Да. А, тут тоже такая есть. Там очередь была, да. А тут 20 минут, 5. Слышь, одни обувные. Мы зашли в какой-то не тот отдел. Одни обувные. Натирают. Да, так и пошли. Давай сейчас заглянем и пойдем. Ну давай заглянем. Не могу. Что это? Вот тут. $197. $125. Детские. А, детские? У тебя же детские. 36. Вот такие круче. Мне нравится больше. Ну, внизу там 20% скидка. Вот. А? Он первый. Не. Не, не твой спас он. Юля пошла носки и полчаса покупала носки. Ты решила все носки купить здесь в магазине? А что так долго? Да что-то карточки не проходили. Вон твоя сумка, ты что ее искала? Цвет не мой. Твой. Какаска, ботинки ты ищешь вот такого же цвета. Короче, вот взяли пластилинчик. Такой. 12 цветов. Такой 10. Ну, пошла жрать. Куда? Вот видели? Только говорила, что она наелась. Ты что сюда? Жрать пришла? У нас тут это очень дорого. Вот эти внутренности календарю. Правда, на эстонском, но на английском тоже есть. Но зато 4 евро. Или гномы только в финских юсях. Ой, это Евроник. Сейчас бы не туда заломил бы. Оттуда вход. Отсюда выход. Ой, вкл-выкл.
не открывается. Не открывается, да. Шарики. Смотри, гирлянды, какие хочешь. А? На елку повесила, елка и завалилась. Да. Не вижу гномов. Мы пришли за гномами. А гномов тут нету. То есть вообще даже намека ни на какую новогоднюю игрушечку или что-нибудь такое. Ни украшения, вообще ничего. Наши братья. Ну наконец-то мы дошли до кофе. А то у меня уже сейчас как лошадка стоя уснет. Знаешь, что это такое? Сейчас она тебе туда, в эту кружку, ванильный шарик опустит и зальет все это двумя экспрессо. Я... Сейчас посмотрим. Не только у меня, но и у тебя. Ты такой, давай, сюда. Гулять, так гулять. Никогда такого не делала. Это вот по кино, что, по-моему, это прикольно. Не думаю. Я бы не теряли, если бы это не было. А как его это самое? Ложками. Ложками? А пить не надо? Там тебе не до питья уже. Глаза на лоб сейчас залезут. 34 евро, да? Нормально. Я такой еще никогда не ел. Кофе с мороженым. Что-то новенькое. Да? Ну как бы кофе можно ложить? Тебе понравилось? Ну. Интересно. Да. Горький кофе и сахар такой сладкий. Вообще непонятный вкус такой. Я так не может объяснить. Тебе это смешно. Я спать хочу. Да, я это спать хочу. Друзья, в этом торговом центре из иностранцев только мы. То есть финны. Больше вообще здесь других нету никого. Русские, эстонцы и финны. Обалдеть. А где все-то? Даже в центре не было. Ну, вообще не видел. Да и туристы это финны только все. С Китая или оттуда-то, оттуда было еще пару человек. А все, вообще на улицах никого не видели ни разу. Друзья, не очень понравилось. Сначала было очень вкусно, а да, потом очень а потом, горько. Оказывается, настолько горький эспрессо, что его мороженое не перебивает, и всю дорогу кушаешь горькое мороженое получается. Короче, мы искали Лидо полдня, теперь будем полдня искать отсюда выход. Как? А? Кто должен быть? Их заметила? Никс. Как закон подлости, ни одного мягкого сиденья нет, чтобы можно прикинуться тут больным. Извините, я полежу. Что? Ой, красивая такая, смотри, футболочка. 13 евро. Друзья, мы видим выход. До свидания, Тюлемисте. Все, погуляли, прошлындали здесь часа два, наверное, да? Покушали, устали. А теперь, друзья, сейчас видео пойдем выложим. Если не уснем. Не уснем, сейчас сядем. Машинку заведем, спокойно сядем. Потому что здесь Wi-Fi был? У меня в телефоне Wi-Fi есть. Да, у тебя там такой, видимо, слабый, потому что я не думаю, что подтянет. 4G. Ну, все зависит. Вот и проверим. Да. Немножко прикупили, так. Да. И Сандру пластилин будет вам поделки лепить. Знаете, как он круто лепит? Это я даже не ожидала. Это, видимо, от папы передал. Да. Папа еще тот был. Лекарь, пекарь. Так. Где наша машина? Где-то там впереди была. А вот и машина. Выкладываниями видосов занимаюсь лично я. Да, это у нас главный редактор. Да. Я часто монтирую, а Юля всегда выкладывает. Да, это вот, это чисто, ее это работа. Моя работа, да. Я туда даже не лезу. На свой канал сам выкладываю, а на наш канал все, Юля у нас. Руководить парадом буду я. Видите, какая запара? Приходится нам описание всегда через транслит. И ответы мы потому пишем точно так же. Потому что у нас клавиатура только, буков нету, и поэтому мы пользуемся программой Транслит, все туда пишем, и потом уже отвечаем. Раз, два, три, елочка, гори. Все, друзья, видео опубликовано. Приятного просмотра. Вы будете удивлены, так же, как и я. Смотри, какие новые, да, трамвайчики красивые. Новые красивые, старые не очень. Старые вообще, да, не знаю, какие. Такой, знаешь, как такой крутой, а прямо, да? Уже, да. У меня такие окна грязные, но я думаю, надеюсь, вам будет видно. Такой прям вообще.
даже покруче, чем в Хельсинки. Да, такой очень красивый. Такой, знаешь... Современный. Ага. Такой... И очень резкий, как я понимаю. Да. Пистолет засунул, стоишь, балдеешь. Только успевай. 26. 95-й, да? Пробки, короче, у нас не просто так. Тут проходу прорвало трубу. Все, вон там, с правой стороны. Хорошо, у нас высокая машина. Да, о! Хорошо, а тут... Короче, да, тут не рвануло. Не фокусируется, Виталий, не фокусируется. А я? Ой. Ничего не заснял. Почему? Нету фокуса. Короче, там вообще океан. Слышь, как реки журчит, бурлит. Слышишь, это же прикольно. Вау, машина. Вот что за фиг. Я вообще не мог понять, что там же такое, да? Рвануло хорошо, да, да, если это такие эти Прямо, куски асфальта, куски под асфальта под колесами. То в Таллине, что в Хельсинки, проблема с портом. Ну, да, не в правильном месте все это сделали. Но когда это создавали, не думали, что это настолько разрастется, наверное. Потому что тут постоянно пробки. Постоянно. У порта. И в Таллине, и в Хельсинки. Та же самая беда. И мы обратно едем на Мегастаре. Наш кораблик уже стоит. Куда нам, какую очередь? А в любое. Хочешь, я встану. Вот за синей машиной едь, я дам ей документы. Я не знаю, правда, я не буду пока паспорта доставать. Бизнес. А мне какая разница? Какая разница? Бусит, карет, зайду. Получилось, да? Друзья, не успели подъехать уже. Чекин мы никогда не проходили. Сакошка уже, хоп. А, у вас есть на... Висюльку нам дали, и езжайте. Но у них сейчас система, у них, видимо, пробивается машина по номерам, что есть издалека обратно. Да, издалека. Я на вид уже в компьютере, что ничего не надо, как бы все в порядке. Что, мы успеем в магазин сходить? Конечно, успеем, еще все стоят. Да, друзья, еще хотели немножечко вам добавить. Если вы потеряли карточку клиента, вот у нас куда-то пропали они, у нас их нету, то вы получаете, когда билет, на нем теперь есть штрих-код, не штрих-код, а как он, QR-код. Да, такой. Его просто показываете в любой кассе, она сканирует и все, это засчитывается, и бонусы идут, и все такое. Но эта карточка не действует на в земле. Магазине. Вот сейчас в Таллинке, в порту тут, в Таллине этот самый магазин их. И в нем эта карточка не работает. Только карточка Club One, вот эта пластиковая, должна быть. Так она что... говорит, что на корабле, да. На корабле что работает, это корабельный, да. Билет, а у них она, к сожалению, не работает. Я только один раз на этом большом корабле ездил. Вот ни разу. Это вообще, да? Вообще огромный такой. Мегастар. Но он тоже 2 часа идет. Да, он 2 часа идет, и он очень большой. Блин, слепит эти лампы. Ага, такие яркие. Это уже огромный корабль. Ну, какая высота у нас сейчас? Не знаю, какой этаж у нас. То есть тут целый мост и такая сделана. Эстакада для него заезжать, бетонная. Куда идем, мальчик? А вот тут смотри. Вон тут какие-то не пиво. Лошадь. Со светильником на голове. О, тут еще этот самый будет. Ой, давай тут не сюда. А куда? Ну пошли тут посмотрим. Тут удобные кресла очень такие хорошие. Вот так. Тут угол. Я даже не знаю, где удобнее будет сидеть нам. А? Сюда? Пару слов. Отстань. Друзья, наше путешествие продолжается. Скоро выходим в открытое море. Ну, вроде сильного. Ветра вроде сильного нет. Радостная новость у меня. Мы на родину едем. Класс! Домойки! Я уж соскучился. Не на родину, а домой мы едем. На родину домой. Родина моя здесь. А моя там. Виталий, родина у человека одна, там, где родился. Да? Да. А у меня 2 родины. Везет? Да.
Бодрячок, а я лежу, и все, умираю, говорю, пошли пошатаемся. Нет, фильм смотрю. Мне пол башки. Я тут уже спал, да. Нам еще осталось плыть где-то 40 минут. Мы планируем перед этим еще зайти в магазин прошататься, потому что на этом корабле магазины, сказали, на двух этажах. На седьмом и на восьмом. Так что, ну, немножко походить, в планах нет ничего покупать, потому что купили в Швеции. Что приедем домой, вытащим нашу портфель. Я думаю, что... Короче, мы заново наперед поехали. Lugupeetud reisijad, alkoholi ja tubakatoodete müük laeva kaupluses lõpetatakse 15 minuti pärast. Tärame! Arvoisad matkustaja, tiedoks enne, et alkoholi ja tubakatoote... Arsenij, Smirnov. Koskine korv on šlisvam graadis. 28.90. Tam bol dešelj. Ili tak pijet. Эй, мультяло тогда. О, все по 3 касика. Не, сама. Алка. Да. О, 4700, смотри. Ты боишься, если что-то носить. По голове стукнет кто-нибудь. Обогатился. Реальные котлы такие. 4900 самые дорогие были, Юля. Четыре 900 с копейками самые дорогие. Короче, Виталий нажрался и сказал, я за руль не сяду. Но не, у него колени очень сильно болят. Пофигеть, друзья, что-то да. Колешки мои. Сейчас он возьмет обезболивающее, потому что не совсем. Вообще ужасно. Настолько, видать. Ой-ой-ой. Сестра. Еще дверь его зажала сейчас. Да, еще дверь пыталась меня не выпускать. Сейчас Юля довезет меня до дома, надеюсь. Ценности и сохранности. Интересно, друзья, у нас сегодня 27.12, когда вы это видео когда увидите? Это, да. Нас... Друзья, я когда работал, не мог себе позволить столько ездить. Денег не было. А сейчас безработный, только даже разъезжаем и в Эстонию, и в Швецию, и полные багажники продуктов напокупали. Да, последний раз так закупались, я уже не знаю, когда. Мы даже летом столько не везли. Угу. Так что я сам поражаюсь. Но скоро денежки закончатся. И будем, как это, Мишка лапу. Бра-дам, бра-дам. Нету никаких иностранцев в Эстонии. Видать, там плохо кормят. Не хотят они туда ехать. Одни финны только были в торговых центрах. Сейчас самое интересное, на корабле очень много туристов, вот таких всяких шведов там. Угу. Разная речь, вообще разнообразная. Да. Так, даже, ну, интересно, только корабль. Очень мало русских было, было, но мало. Эстоноязычных мало. Вот очень много всяких других вот остальных. Да, ну это как у нас на родине уже. Это уже в порядке вещей. Ну, непривычно, конечно, да. В Швеции нету иностранцев, практически мы не видели. В Эстонии, так можно сказать, их вообще нету. Только русские, эстонцы. Ну, финны там в центре города шныряли. Да, заблудшие. Да, все с корабля сразу понятно там. Все, у меня зарегистрировано. И все, так что разница ощутимая, что в Финляндии, Эстонии и Швеции, да. Что... Вот я удивляюсь, как так, да, по идее, Швеция принимает иммигрантов и все так в разы больше, чем Финляндия, но там их не видно почему-то, я не понял этого. Ну да ладно, нам-то что, мы всем рады, да?
Друг, мы с тобой встретились, мы с утра с тобой здесь стояли и вечером. Или может он никогда еще не выходил? А что ты переставишься? Все перестроились. Куда? Друзья, как хорошо иметь трезвого шофера. Нормально. К подъезду меня, пожалуйста. И по возможности вещи тоже выгрузить. Да, 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 обязательно. У меня сейчас больные ноги, мне нельзя ничего носить. Всегда. Только нет, не дрова везешь. Аккуратнее, аккуратнее. У меня всегда как дрова везут. Еще так заворачивают, что я еле успеваю за... Ты давай рули, как ты меня, на дорогу смотри, нечего болтать. Вот и не болтай. Прихват еле успеваюсь. Прихват. Прихватки у тебя на кухне со сковородками, вот там и прихватывай. Прихватки у нее. Кстати, обратно уже шли нормально, не было волнения. Правда, я половину дороги проспал, так что у меня вообще нормально все было. А туда ехали, да, там покачивало. Ну это да, это большой корабль вообще. Супер-пупер-мега-стар. Все, мы дома, мы дома. Честно, вот сегодня уже прямо я устал от истории. Друзья, вот мы и побывали в магазинах, показали небольшие цены, что мы купили. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставим пальцы вверх. До встречи. Пока-пока.